Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем играть в шедевр мирового искусства «Калибр», под названием «Калибр». Сегодня у нас с тобой Ворон, немножко посмотрим на него в PvP, как он себя там чувствует немножечко. Вот баги в той серии, да, я записывал немножко баги, баги-то в принципе нормально, меня в принципе устроил, вот, но реализовать в принципе на него, посмотреть полностью... Полностью не получилось на него посмотреть, да, там, как он там подхил и так далее, это все. Вот, ну, на что вы хотите, такая каточка получилась. Я не буду и не собираюсь делать специально какие-то каточки, знаете, там, типа, подбирать катки, где раскрывается полностью оперативник и так далее. Знаете, как некоторые делают там специальные катки там, ну, то есть, играют там 10 каток, допустим, из 10 каток самую лучшую выбирают и ее вот выкладывают. Вот, то есть я вот такой херней не собираюсь заниматься, я просто играю и все. Вот я, то есть, играю как вживую. То есть, вот как ты сядешь и будешь так же играть. Без всяких вот этих вот там задротств. В плане того, что нужно выкладывать только самое лучшее, нужно снимать самое лучшее. Нет, я просто играю и все. Как нормальный, обычный, среднестатистический игрок. Где-то получается, где-то не получается. Вот то, что пацаны у нас на скинах, меня напрягает. Ты знаешь, да, если ты меня, мой канал смотришь по калибру, ты знаешь, к чему это. К чему пацаны на скинах. Кстати говоря, карта не очень хорошая, ребят. Для Ворона. Ну и для меня, для Криворукова, мне бы какую-нибудь городскую карту. Противник обнаружен. О, читерим. Читерим. Мы читерим. Мы читерим. Газ! Замечательно. Замечательно. Да. Хотел выйти, я вообще шел снайпера забрать. Я не думал, что они все здесь зажались прям на этих. А наши, блядь, не могут со спины забрать. Ну заебись. Ну и все сдохли, блядь. А где медик? И медик где? Блядь, пиздец. У нас, получается, двое спереди были, двое сзади. То есть мы их зажали в коробочку. Расстреливай, не хочу. Да, расстреливать не хочу, но наши ребята решили, как бы, ну да, охуенно у нас снайпер. Да, именно так снайпер должен отыгрывать. Ну да, это стрелок, да. Да. А, у меня тут до сих пор, ребят, некоторые претензии приходят под видео. Я их, конечно же, удаляю, там некоторые претензионщики такие. Вижу очень странные. Врага. Про то, что якобы, зачем ты отключаешь голосовой чат в игре, ты чё, совсем ту-ту, типа. Ну, я их, конечно же, сразу, как бы, баню, таких дурачков. Потому что смысл здесь, ну чё тут говорить, чё, сидеть агриться на него, чё-то ему объяснять. Он и так знает то, что он... сделал кучу ошибок с учетом того, что он снайпер. Вот, то есть, ну, что объяснять им здесь? Что здесь говорить? Сраться с людьми в чате? Нахер мне надо, правильно? За это можно и бан, кстати говоря, получить. Здесь очень жестко, если кто-то не в курсе. Здесь за оскорбление можно в бан отлететь. То есть ты можешь по голосовой кого-то, кому-то нахамить, и тебя могут забанить нахер. То есть это здесь не шутки. Здесь модераторы работают, если кто-то не в курсе. И не надо мне там сейчас кто-нибудь может написать про то, что якобы, или подумать о том, что, мол, я там сижу, каждую катку всех с хуй нахуй посылаю, и мне ничего. О, читерим. Читерим, ребят, подсматриваем, что у нас там с бачка. Вот, то есть сказать то, что якобы я там всех там мутюгаю, а меня не банят. Ну, значит, на тебя просто жалобу. А, у нас один ливер. Ага. Его, по-моему, убили, да? И он ливнул. Есть время, кстати говоря, мы сейчас возможно, они посрались в чате, как раз таки, про который мне говорят. Охуенно он стреляет, этот даром добро, блядь, 26 уровень.
Охуеть у пацана, блядь, четкость. Он знает то, что нужно стрелять. Ворон хорошо стреляет в голову. И он типа стреляет в голову. Противник. Решающий раунд. Ну хуйня какая-то. Что-то мне их ворон что-то вообще не нравится. Ну, с учетом того, что типа он что, все время в голову попадает? Ну что-то я хую знаю. А им ВХ по-любому, ребят. А им ВХ. Кстати говоря, здесь есть читеры. Если что. Ну, как и в любой игре, кстати говоря. Онлайн-игре есть читер. Где-то больше, где-то меньше. Так, у нас чувак ливнул. Так, сразу же, что? Правильно, как нормальный. Это, да. Выход из игры бездействия. Вот так вот, нахуй вас всех. Заебали. Будем с ливерами бороться. Он ливнул, он не дисконнектнулся. А, нет, смотри-ка, он подсоединился назад. А, нет, смотри-ка, он дисконнектнулся просто. Ладно, извини, чувак, ничего страшного. Но с ливерами надо бороться. Чуваки стоят и смотрят вот так же тоже. И ждут, пока я выйду на снайпера. Смотрите. Есть цель. Да, кстати, я обилку, ребят, не юзаю свою. Вот что я понял. А, и он свою юзнул. Снайпер противника. Да. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну это хуйня, конечно, ребят. С видом от третьего лица это хуйня. Сколько я убил? Ни одного. Играли бы с видом от первого лица, я минимум троечку бы настрелял. По-любому. Это хуйня читерная. Он наблюдает с видом от третьего лица, конечно, он все за это видит. Да-да-да. Да-да-да. Противник установил. Нейтральная позиция доступна для захвата. Угу, он побежал на нейтральную позицию, что ли? Вижу штурмовика. Угу. Ой, да, ребятушки. Не, я вижу уже людей, которые скажут, будут смотреть и думать такие, да просто игра не для тебя, там вот это то, типа... Ты много, типа, не по теме говоришь, так далее, надо учиться, там, так далее. Блять, хули здесь учиться, ребят? Учиться здесь нечему. Здесь, блять, две кнопки нажимай. Хули здесь учиться? А, так, минки у меня закончились. На той катке они не сработали так, как я хотел. Будем стоять, обсасывать углы, так как делают это игроки. Вот так вот и играют в эту игру. Угу. Да-да-да. Надо помочь здесь в поддержке. Так, и что у них осталось? Поддержка? И я. Ну заебись. Ну давай. Ну понятное дело, что он меня сейчас перестреляет, у него АИМВХ просто. Он стоит, смотрит. Заметил штурмовик. Да, он стоит, он сейчас обсасывает угол, блядь. Да, блядь, он смотрит, он вот так вот смотрит, блядь, вертит, крутит. Противник, внимание. Да, он просто вертит, крутит, блядь. В пизду этот вид от третьего лица, блядь. Пизду, блядь. Пускай играют те, кто хочет. Я не хочу в это играть. Буду, короче говоря, ждать с видом от первого лица, когда будет с видом нормального от первого лица, не вот эта вот хуйня с видом от третьего, когда стоишь, блядь, и тупо... Ну, это, не знаю, это детская, блядь, хуйня какая-то, честно. Честно, детская херня какая-то. Получается, буду ждать с видом... Ну, чувак настрелял 10 врагов. Смог бы он настрелять с видом от первого лица? Нихуя. Он бы не смог настрелять 100%. Потому что, если ты скажешь, да нет, он бы смог, нет бы он не смог. Зайди, посмотри, у меня есть серии с видом от первого лица. У меня их там много, этих серий. И посмотри, как нам соперники играют. И как, кстати говоря, играю я, поскольку я там ликвидации делаю.
И ты увидишь то, что соперники там вообще там бегают, такое ощущение, как будто, не знаю, как будто первый раз в шутер зашли, они там вообще ни хера толком не могли. Да, были катки, где там крутые пацаны попадались, но их очень мало было, таких каток. В основном там ребята бегают, блядь, и вообще они не понимают, что происходит, а что, куда, как и так далее. А это хуйня все, детская хуйня, ребят, детская аркада. Ладно, увидимся с тобой когда-нибудь в следующих сериях. В принципе, Ворон неплох, но с видом от третьего лица он не такой играбельный, потому что, когда я играл с видом от первого лица, там оперативники раскрываются, там они играются вообще по-другому. То есть игра становится вообще другой, когда ты играешь с видом от первого лица. А с видом от третьего лица здесь все одинаково. У тебя есть преимущество того, что ты можешь подойти к стенке, ее пооблизывать и при этом видеть, что за ней происходит. Пизду. Детская хуйня. Увидимся с тобой в следующих сериях когда-нибудь, когда ведут первое лицо. Всем до встречи, всем пока.